такое эфирное масло? Это ароматические компоненты, выделенные из растений. В принципе, эфирные масла растения синтезируют для своих целей, потому что в них идет концентрация противогрибковых веществ, противоантибактериальных веществ в эфирных маслах. То есть они противогрибковые, антибактериальные, противовирусные. И вот плюс там есть феромоны растительные, которые привлекают, допустим, там, да, насекомых, чтобы опыляли. Там есть вещества, похожие на фитоэстрогены, на наши гормоны. Они находятся в области сесквитерпенов. И вот это вот все, эту всю концентрацию таких полезных веществ растения делают, конечно, для своих нужд. То есть они таким образом борются с грибками, с бактериями. Таким образом они привлекают одних насекомых, отпугивают других насекомых. Ну, короче, выживают и размножаются благодаря эфирным маслам. Ну и мы, как живые существа, да, нашли для себя, что для нас это тоже очень полезно. И, соответственно, люди научились эти эфирные масла получать. Очень кратко вам расскажу про методы получения эфирных масел. Так вот, методы получения очень сильно влияют на цену эфирных масел, чтобы вы понимали. Вообще, много методов фитотерапии существует для того, чтобы выделить эфирные масла из растения, как-то их отделить. Допустим, заваривание тех же там чаев, настоев, отваров, настойки на масле, вина различные лекарственные, всякие отвары. Это все, по сути, разные методы фитотерапии с целью вытянуть из растения, если желательно свежие, да, вот растительные эфирные масла, для того, чтобы их, ну, для себя применить. Но, конечно, эфирных масел выходит мало, в основном выходят другие водорастворимые вещества. Но эфирные масла, их достаточно сложно, да, получать. Есть несколько методов. Самый простой и дешевый метод – это метод перегонки с паром. То есть, когда, допустим, там лепестки какого-то цветка, их в огромном количестве складывают в такую, как в решетку, ну, я так грубо говорю, пропускают пар под давлением через них. Пар выбивает вот эти вот компоненты летучие из лепестков, то есть эти эфирные масла, они смешиваются с паром, испаряются, дальше они идут там по системе труб, охлаждаются, и все это в резервуар, это вода, которая как пар прошла, она охладилась и осела, и вместе с нею осели эфирные масла, и они как пленка обычно находятся на поверхности этой жидкости. Эту пленку собирают. И вот вам эфирное масло. Например, так получают многие очень цветочные масла из лепестков цветов. Жасмин, ну, жасмины есть разные варианты, но вот роза, например, классический вариант. То есть его получают, это один из методов, например, получения эфирного масла розы. Бывает, что эфирное масло из конкретного растения получают одновременно несколькими способами. То есть не только паром, но могут взять лепестки и с помощью пара получить эфирное масло, а могут взять эти лепестки и получить с помощью углеродной экстракции под высоким давлением. Это тоже будет масло розы, но там будет немного другой компонентный состав, потому что в зависимости от метода экстракции, от метода производства эфирного масла, очень сильно зависит наличие тех или иных компонентов. Если получаем мы с помощью пара водяного, то больше сохраняется верхних нот. Если это метод, например, углеродной экстракции под высоким давлением, то больше можно вытянуть из растения нижних нот. Но я хочу, чтобы вы понимали, да, то есть есть в зависимости от метода, который используется, это влияет на количество и на присутствие и концентрацию компонентов в эфирном масле. Соответственно, трудоемкость этого метода и чем больше получается выделить веществ, это влияет на стоимость эфирного масла. Ну и плюс при таком методе, например, получения, опять-таки, вот как перегонка с паром, как побочный продукт вот эта вот вода получается, на которой масло плавает. Масло собирают, а воду эту тоже используют. Она очень полезная. Это так называемый получается гидролат или гидролят или цветочная вода. Вот таким образом она и получается. По сути, это тот пар, который прошел через лепестки цветов определенных и осел. Вот цветочная вода, в нее выходят водорастворимые компоненты. Эфирные масла, они плохо в воде растворяются, многие компоненты вообще не растворяются. И они плавают на поверхности пленкой. Вода насыщается водорастворимыми компонентами и, соответственно,
Она тоже очень хорошие свойства несет, но она намного дешевле всегда стоит, чем эфирное масло. Ее можно как тоник использовать, тоже сейчас я дальше об этом скажу. И, соответственно, какие бывают воды из лепестков цветов? Розовая вода известная, да, мелиссовая, например, там ромашковая, тысячелистника, шалфея. Метод самый простой – перегонка с паром. Дальше есть метод тоже дешевый, простой. Это холодный отжим. Хороший метод, но он применим только для цитрусовых. Ну, вы сами знаете, чистим апельсины, брызгает масло во все стороны. Ну, вот просто берут пресс, отжимают, это прямо вместе с кожурой. Дальше на центрифуге просто отделяют сок и мякоть в одну сторону, для одних целей используют, а эфирное масло в другую сторону. И вот таким это очень простой метод получения эфирного масла из цитрусовых. Дальше, значит, углеродная экстракция под высоким давлением. Есть такой метод более современный, сложный и дорогой. Конкреты обычно так получают различные. Многие масла абсолют получают таким методом. И есть еще метод экстракции растворителем. Любят этот метод производители, но, к сожалению, он для нас, как для конечных потребителей, самый невыгодный. По той причине, что, ну вот что это за метод, да, экстракция растворителем. Обычно так делают цветочные масла из лепестков. Когда хотят выжать все из лепестков, а паром это не получается. Или, допустим, в лепестках очень мало эфирного масла. Тогда цветки эти прямо вот целиком заливаются растворителем. Обычно это какой-то эфир или гексан используется. Настаивается это все в растворителе. В растворитель выходят эти компоненты эфирных масел из цветков. Дальше идет этап вакуумной сушки, когда растворитель этот удаляется в ходе вакуумной сушки. Затем вытягивают спирт и получается вот такой экстракт. Он достаточно богат нижними нотами, тяжелыми такими компонентами эфирных масел. Запах его всегда очень красивый, и спектр наличия компонентов в эфирном масле вот при получении таким методом, он, конечно, более широкий. Но есть один момент, что остается всегда риск, что какое-то количество вот этого растворителя петролейного останется. И это может вызывать, то есть такие масла, полученные таким методом, они могут вызывать, конечно, реакции и со стороны иммунной системы, и аллергические реакции могут вызывать, потому что все-таки растворитель – химический продукт нефтепереработки. Поэтому если эфирное масло, особенно надо узнавать по поводу эфирных масел, таких вот как Абсолют, например, если оно получено методом экстракции, то его ни в коем случае нельзя наносить на слизистые и нельзя применять внутрь. У него может быть прекрасный, шикарный аромат. В дорогих эксклюзивных духах, в эксклюзивных парфюмерных домах используются именно вот эти вот роскошные экстракты. Но надо понимать, что да, запах может быть вам очень нравится, и вы с ним можете работать на психоэмоциональном уровне, но не наносить на слизистые никогда, никуда не закапывать, не делать там тампоны вагинальные с такими маслами, нежелательно их добавлять в ванны и не принимают их внутрь ни в коем случае. Потому что, особенно на длительной основе, потому что там могут оставаться вот эти следы растворителя, и можно получить иммуносупрессию, подавить активность иммунитета, могут появиться аллергические реакции на фоне вот приема длительного. Поэтому надо быть аккуратными.